Вот так с песнями о спокойствии в родном крае женщины села Кореева плетут маскировочные сети. Каждый новый лоскуток ткани как оберег для их земляков, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Мой сын пошел на СВО, как уже полтора года он там находится. И, естественно, его я не смогла не принять в этом мероприятии участие. Собрали чайный микс, отправляли тоже с лекарственными травами, с пожеланием, чтобы солдатам, чтобы все это быстрее закончилось, чтобы все вернулись живыми, здоровыми, чтобы они чувствовали наше тепло, чтобы они знали, что мы их ждем. Что мы о них беспокоимся. Ткани для маскировочной сетки стоило только бросить клич. Собрали и принесли жители. А к самому плетению активно подключились работники местного дома культуры и участницы вокального ансамбля. Процесс создания одной защитной экипировки трудоемкий занимает около недели. В обычную волейбольную сеть вплетаются ленты из разных материалов и расцветок. Материал для заполнения сетей приносят жители села Кореева. Каждый привязанный к сети лоскуток женщины вкладывает особый смысл. Ведь это важность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть от врага бойца, чтобы он вернулся домой живым. Кроме этого, жители села собрали посылки с теплыми вещами и подключились к акции «Письмо солдату», где каждая строчка наполнена переживанием и пожеланиями скорейшего возвращения домой.